Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Сегодня я бы хотел провести небольшой такой конкурс для вас. А сначала итоги того конкурса. Победил Влад Русской или какой там, или Русак. Нет, вроде Русак, ну ладно, не суть. Короче, этому чуваку я позвонил в далеком-далеком времени, когда-нибудь через годик, сегодня, завтра, послезавтра, короче, по скайпу отдам ему лицензию, а сейчас для вас приятная новость, я устраиваю еще один конкурсик, вам надо подписаться на мой канал, подписаться на группу ВКонтакте, прорепостить обязательно там видео, потому что, ну, там будет выбираться победитель по репостам, лайкам, комментам и так далее, обязательно прокомментировать там и тут, и под этим видео, написать какой-нибудь комментик. Хотя там не обязательно, в принципе, то можете только тут напишите, вот написать. Да, напишите. Какой-нибудь такой приятный коммент, типа: чувак, я хочу лицензию. Ты просто вот супер, ровный пацан, сразу видно. И всякое такое. Да, я сейчас вот так сделаю. Ну и вроде как все. Кстати, ребята, я бы хотел сказать вам большое спасибо. Мы вчера за 2 дня набрали плюс 58 подписчиков. Это для меня просто вот рекорд большой. У меня никогда такого не было, чтобы я за 2 дня... А, нет, получается 59, плюс еще сейчас один прибавился. Вы меня удивляете, вы меня радуете, и спасибо вам большое. Без вас бы я не продвинулся далеко. Да. Ну ладно, в принципе, еще раз вам говорю большое спасибо, подпишись, не забудь про репост прямо сейчас это видео ВКонтакте, в моей группе, подписаться туда, подписаться на канал, прокомментировать, обязательно просто, чувак, без этого никак я не могу жить, особенно приятно как-нибудь прокомментировать, потому что без этого я тоже никак не могу жить, я сам, прикиньте, я прихожу с техником. Вау, какие приятные комментарии. Спасибо вам большое. Всякое такое. Ладно, всем удачи, всем пока-пока. Желаю вам победы и участия в других конкурсах. И в моих конкурсах. Всем удачи, всем.